Все. Мы выбрали 4 образа. Это спортивный костюм бежевый такой. Он тянется. Приятный цвет. Чуть не лучше скажу. Такие вот шорты, что-то, леггинсы. Велосипедки, не знаю. И топ. Тоже тянется. Ткань его тонкая. Полосочка. Также мы выбрали такой же спортивный костюм черного цвета. У него тоже есть черный топ, он тоже не так хорошо тянется, как предыдущий. Из такой же ткани. И шорты, велосипедки в тоне, тоже черного цвета. Это все спортивное. Также мы выбрали платье для каких-то вечерних прогулок. Оно такое легкое, прям легкое, зеленого цвета. Приятное на глаз. Вот. И поверх платье, если вдруг будет холодно, такая куртка, она на клепочках, не на пуговичках, с таким легким утеплением внутри, нихуя не утепление, ладно. Вот так это будет выглядеть, такой вот третий образ. Есть много такого? Также мы нашли в доме такой вот топ бежевый, он хорошо тянется. И к этому топу взяли юбку, такую черную юбку. Она приятная на ощупь и совсем не тянется. Ну все, давай мерить. Сейчас я примерю каждый из образов и что? Давай, примерю, погнали. Да. Все. Вот мы примерили платье. У него нет никаких завязок здесь. Оно чуть-чуть здесь свободное. На ощупь это синтетика, но очень легкое такое, воздушное. Что, тебе безе, что ли, воздушно? Летом в нем будет очень комфортно ходить. Здесь для меня не хватает какого-то... Жира. А? Жира не хватает. Какой-то завязки или застежки, или пояса, чтобы это было собрать, убрать. Вот, что еще? Вот цветочки. Красивое платье. Не знаю, что сказать. Тебе подходит. Оно подходит под мои туфли, которые у меня не с собой. Вот. Я думаю, что летом в нем будет очень хорошо, особенно в сильную жару, потому что оно очень легкое. Очень... Да, можешь сверху куртку одевать. Если вдруг лето будет не горячим, ну жарко, то мы взяли такую куртку сверху к нему. Сейчас пробуем промерить все это вместе. Так, ну куртка что тут? Не к силу не дорого. Как сочетаются цвета, но куртка не очень подходит по размеру и, в принципе, это платье. Попробую застегнуться. Может быть, лучше. Так, ну, лучше не стало. У
Нет, лучше без куртки. Лучше, наверное, да, все-таки без куртки, а летом погода мерзнуть. Ну все, давай примерять второй образ. Угу. Сейчас мы примерим второй образ и примерим. Все, ничего? Да. Мы примерили третий образ, это такой спортивный костюм. Мне он не очень нравится, потому что он очень сильно давит. Ну, у него очень приятная ткань. Я вообще черная не люблю. Также по поводу шорт, они... Но при этом у него черный пуховик. Я говорю, черное не люблю. Шорты здесь слишком свободные, это не мой размер. Ну, в принципе, я там не сваливаюсь, короче. В таком костюме будет удобно пробежаться с утра, ходить на какие-то занятия спортом. Прям ты бегаешь, блядь, по утрам за пивом. Какие-то разминки или занятия в спортзале. Ну, если бы только было как-то. Ну, у тебя есть еще второй такой же, давай примерим его. Да, у нас еще есть такой же костюм, но второй. Другого цвета. И другая ткань. Да, поэтому попробуем и... Включила. Да. В общем, мы примерили третий костюм. Он тоже спортивный, такой же, как предыдущий, но в другом цвете. Что я хочу про него сказать? Топ слишком большой. Он никак не обтягивает. Не очень комфортно. А шорты... Ну, мне не нравится цвет, он какой-то горчичный, и тоже торчит здесь все. Вот, тоже не мой размер. Ой. Вот. Ну, в принципе... Что у тебя за телефон такой хуй? В принципе, мне удобно, но все мне большое слишком, особенно топ. Очень сильно висит на мне. У нас остался еще один образ. Это топ и черная юбка. Примерим его. Давай. Что-то понравится. Так, ну, мы примерили третий образ. Это как черная юбка и бежевый топ. В принципе, мне нравится юбка, она немного мне большая, что на лицо немного большое. Топ хорошо обтягивает, мне в нем удобно, комфортно. Попрыгай. Вот, ну, юбка, было бы хорошо, если она была немножко затянута, сильнее. Она из приятной ткани, какой-то... Лет, не знаю, что это лет. Но она совсем не тянется. Вот топ хорошо растягивается. Вот. Если бы я была покрупнее, я думаю, он был бы мне все равно как раз. Нахуй его растянул опять. Ну вот образ можно будет пойти погулять. Да-то летом, может быть, на набережную, или какой-то пляж, какая-то нитка торчит, мне это не нравится. Вот, здесь рукава есть, но они не особо длинные, они прям коротенькие, такие вот рукава. Что еще там нравится? Какой образ вам понравился? Какой образ вам понравился больше? Черный спортивный костюм? Бежевый спортивный костюм, юбка с топом или платье с курткой. Мне больше платье понравилось, но это тоже хорошо смотрится. Хорошо. Ну что, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Бай-бай. Бай-бай.